Первому авто Губкинского союза воинов Афганистана уже 10 лет. Тогда машину тоже подарил фонд поколения. За годы техника, конечно, износилась. В объединении почти 1000 человек. Машина всегда на ходу. Земляки часто обращаются с просьбами о помощи. Вести в госпиталь. Нашли. Вопрос решили. Уехал. Надо будет его забирать. Через энное количество дней пролечившись. Вот это один из примеров таких. Ключи от машины общественной организации вручил помощник депутата Госдумы Андрея Скотча Алексей Мирошник. Эта организация задает тон не только в Губкинском городском округе в этой работе, но они задают тон и на уровне Белгородской области, потому что многие инициативы, которые связаны с установлением памятников, это тоже та работа, которая вот сегодня, она важная, она необходима нашему обществу. Большинство в Губкинском союзе афганцев – десантники, так что приурочили торжество ко дню ВДВ. К памятнику воинам, погибшим в локальных конфликтах, которые установили по инициативе организации, возложили цветы. Елена Чурилова, Жанна Краснянская. Такой день на Мире Белогорья.